То же самое, что и себе, потому что мне тоже 60 лет. Мы с ним родились в один год. Я могу пожелать ему здоровья, могу пожелать ему понимания народа и служения народу. Я поздравляю нашего президента и желаю ему решить, наконец, проблему жилмассивов. Вот, например, сам учусь в Акбате, а живу в жилмассиве Алато. Приходится ездить в другой жилмассив, ходить в переполненную школу, потому что в моей новостройке очень слабая школа, а хочется, чтобы везде у нас было достойное образование и чтобы с транспортом проблем не было. Здоровья и идти в своем направлении. И не смотреть на Россию, там, на другие страны, на Казахстан. Слушать свой народ. И чтобы не душить ни налогами, ни там, определенными, как сказать, ресурсами. Чтоб в том числе обращал внимание на промышленность. Если она нужна. У нас же сейчас аграрная страна, и промышленность как-то не в моде. Чтобы у него получилось выстроить систему государственной власти так, чтобы простому народу жилось лучше. Вот и все. Чтобы можно было как-то более рационально это все как бы суммировать, направлять, но у пенсионеров должна быть больше намного пенсии. Она должна быть от 10 тысяч. Тоже на пенсию пойдет? Это государственные, да? Ну, подумать о пенсионерах, изыскать еще варианты, финансы для лучшей жизни. Так что с днем рождения его. Счастья, здоровья, благополучия.